Чидзе, который из Урала уже ушел, пробовался на этой позиции. Другие крайние защитники. Внимание, момент! И гол! 1-0, Урал впереди! Вот так они с аута забили гол Локомотиву. И как в матче с Рубином, железнодорожники пропускают ранний мяч. И, возможно, уж послушаем там, конечно, Галактионова на пресс-конференции, может быть, опять он назовет этот мяч слишком легким. И кто это сделал? Фантастика. Аюпов. Вы слышали о таких дебютах? Чтобы центральный... Андрей Аршавин дали прогноз, что сегодня Изидор не забьет. И вот я внутренне согласился с их прогнозом. Момент и гол! Великие прогнозисты Радимов, Аршавин и Александр Пойда. Даже Черданцеву есть чему поучиться у вас. Вильсон или Зидор, 1-1. Ну, забил, получается. Кстати, как же Артема любят болельщики. Внимание, Зидор перехватывает мяч на дальней штанге, партнер. И неужели он забьет? Это фантастика! Как он это делает? Как это делает Таир Тикнезян? Он превратился в главного бомбардира, ну, может быть, после Зидора. Локомотива. Тикнезян во втором матче подряд забивает. Ну, может, не стоит Таиру Тикнезяну в принципе.